Эйвор! Сегодня ты билась, будто одержимая. У Херифрита могут быть союзники в Мерсии. Члены его ордена. Благодарю тебя, Эйвор. Я обязан тебе счастьем и будущим достатком. Ты будешь хорошим элдерменом, Эльфгар, но думай больше о Шире, чем о себе. Конечно. Я стал тем, кто я теперь, лишь благодаря людям Шира. Жаль, что Хунвальд не смог занять место отца. Но он принесет людям радость. Береги его. Кстати говоря, думаю, он видит свое будущее немного иначе. Поговори с ним. О чем? До встречи, Эйвор. Люди Линкольншира поддержат тебя в час нужды. Отныне наши народы – одна семья. Если честно, Даны мне ближе своего народа. Я люблю лебяжью стать, и наша с тобой дружба крепче всех прочих. Могу ли я попросить тебя принять нас обоих в свой клан? Она жаждет этого, как и я. Конечно. Мы рады тебе, яростный лебедь, как и твоей любимой. Приходите, когда захотите. Клянусь, я вас не подведу. Я могу сражаться и пить буду не больше положенного. Мы будем сражаться вместе, Хунвальд, и пей, сколько влезет. Спасибо, Эйвор. Это... я очень счастлив. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Теперь будет удобнее. Здравствуй, радость моя. Линкольншир на нашей стороне. Восхитительно. И кто же наш союзник там? Элдерменом Линкольншира стал Эльфгар. Думаю, он будет нам добрым другом. Что ж, надеюсь, ему можно доверять. Посмотрим на карту. Расскажи о Йорвике.
Хайсом говорит, там еще 3 члена Ордена. Если это так, тебе повезло. Там живут наши старые друзья, Хьор и Льюфвина. Оба занимали в Норвегии высокое положение. Их помощь пришлась бы кстати. Ну так что же? Отправлюсь туда. Ты знаешь, где искать Хьора и Льюфвину? В незнакомом городе лучше расспрашивать людей в порту. Им известно больше, чем простым землепашцам. Пришел Убба Рагнарсон. Говорит, что у него к тебе дело. Убба Рагнарсон. Далеко ты забрался от дома? Да, Эйвор. Я долго шел по просторам Мерсии, чтобы поблагодарить тебя. За что? Эйвор причинил вред тебе и тем, кто рядом с тобой, но ты не отказала ему в праве войти в Вальгаллу. Я не смог обуздать его в этой жизни. Но в следующий он сослужит все отцу хоро... За твоим братом следовала тьма, и вряд ли он осознавал это. Но... Да. Я же пришел отблагодарить тебя и вручить дар. Спасибо. Используй его с умом. Надеюсь, еще увидимся. На поле битвы, если повезет. Пришло послание.
Если узнают, пощады не жди.
Что ж, вот и Йорвик. Орден древних прячется в его переулках. Здесь живут мои друзья, Хьор и Льюфвина. Хьор с Льюфиной обосновались рядом с портом. Кто-то должен знать, где их найти. Эй, друг. Хьор, знаю его. Ну да. В таком случае не жди помощи от меня или друг... Жаль. Малыш, не поможешь мне? Вроде где-то слышал. Та женщина из Бьярмаланда. Умница. Она смешно говорит, вот я и спросил. Я не грубил, честно. Тебе... Спасибо. Я ищу своих... Блудница? О, не сомневай. А как же я? Ступай же. Здесь у нас дела ведутся честно.
Ты верно смотритель порта? Что, меня все знают? Тебя все ненавидят. Как я уже сказал твоему другу, если твои товары изъяли, обратись к совету. Эти торговцы мне не друзья, но я ищу кое-кого. Хьора Ильюф. Ты знаешь Хьора Ильюф, Вино? Какое у тебя к ним дело? Мы знали друг друга еще в Норвегии. Я оставила в прошлом. Тогда знаю, у них в Йорвике прекрасно идут дела. Иди к большому дому, где вокруг цветы. Хьор и Льюфвина живут там. Может, заплатишь мне за сведения? Может, отрезать тебе язык? Забудь, что я говорил. Большой дом. Хьор и Льюфвина не теряли времени даром. Спрячь свой кошель подальше. Здесь в последнее время полно карманников. Не могу дождаться Йольского пира. Снег, вино, еда. У меня за эту неделю уже третий ящик забрали. Правила правилами, но хоть сказали бы почему. Это их дом. Дом кто-то ограбил. А мертвец, что лежит здесь? Ни Хьор и ни Льюфина. Разбросанные свитки. Вор что-то здесь искал. Здесь завязался бой и продолжился снаружи. Здесь только кровь. Куда же они пошли? Это кто-то из грабителей? След ведет дальше. Кто это? Покажись! Живо! Это я, Льюфвина. Эйвор! Эйвор! Что? Кто тебя послал? Ты с ними? Тише, Льюфвина. Успокойся. Ты же знаешь, что я твой друг. Точно? Появляешься здесь вот так. Меня пытались у... Я слышала, что в Йорвике беда. Вот и пришла, чтобы помочь. Клянусь честью. Прости, Эйвор. Глупо было тебя обвинять, но настали тяжелые дни. Кто они? А вот зачем. Не знаю почему, но они хотели убить меня из... Подписано, бедный вор. Знаешь его? Я видела такое письмо раньше, в Люндоне. Йорвику грозит беда. В королевском дворце я провожу тебя. Опусти капюшон, здесь небезопасно. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Они еще ищут меня. Пригнись, мы проскользнем мимо. Она где-то рядом. Гляди в оба. Ты в руках Одина! Проклятье! Тор, помоги мне!
Больше никого не вижу. Идем дальше. Сюда. Идем. Ты ничего не слышишь? Будь настороже. Теперь нам ничто не грозит. Боги, Эйвор, как же ты вовремя появилась? Это судьба. Я надеялась, что мы увидимся вновь, правда, ждала более спокойной встречи. Мы бежали от одной беды лишь для того, чтобы навлечь на себя другую. Пока король Риксик думает только о нехватке денег в казне, люди из Алой Руки держат всех в страхе. Те, что напали на тебя? И да, и нет. Это лишь разбойники, им кто-то отдает приказы. Наверняка те, чьи имена в этом письме. И я здесь для того, чтобы убить этих людей. Здесь только прозвище. Это может быть кто угодно. Грязь часто попадает на улицы из водостоков замка. Искать нужно среди тех, у кого власть. То есть в совете? Хьор в нем состоит. Это нам на руку. Мы можем довериться ему в поиске ответов. Да, мы почти на месте. Вот и Хьор. Хьор, смотри, кто здесь. Я рад вновь видеть тебя, друг мой. Здесь, в Йорвике, рады всем. И я рада видеть тебя, Хьор. Вернее, вас. Скажи, зачем ты здесь? Ты же не ради Йоля проделала такой путь. Я здесь, чтобы предостеречь тебя, друг. В твоем городе гниль. Три порочных, опасных человека. Только вместе мы сможем разоблачить их и убить, прежде чем... Помогу, чем смогу, я готова. Не спешите. Они могут, Хьор. Что? Эти люди подослали к ней убийц из Алой Руки. Они готовы на все, лишь бы их не раскрыли. Но не вышло. Это письмо прислали к нам домой. Игла, головня и тайник. Все они состоят в неком ордене древних. Это их вымышленные имена, их след. Ты слышишь, Хьор? Ей все это хорошо знакомо. Эта гниль смогла просочиться в Йорвик. Но король Риксик слишком занят, а значит и я тоже. И совет к тебе не... Да и мне этот совет ни к чему. Все, что вы слышали, должно остаться между нами. Но ты должен представить меня королю. Мне нужно его согласие, чтобы нам никто не мешал. Пикты побеждают в войне. Нам понадобится каждая унция сильных... Это понятно, Фаравид. Но мы обязаны позаботиться и о жителях города. Йоль уже совсем скоро. Хватит. От ваших споров уже голова болит. Хьор, я не знал, что он... В Йорвик пришла беда. Да, я на нее смотрю. Беда, что чуть не лишила меня друга. На Льюфвину напали люди из Алой Руки. Ворвались в дом, разгромили все и гнались за ней на улице. Снова эти негодяи! Она выжила, но от Алой Руки в последнее время все больше бед. А какое тебе дело? Ты что, странствующая наемница? Нет, это я Фаравид, правая рука Хальфдена Рагнарсена. А этот толстый транжира Аудун, рив Йорвика. Я видела такие шайки смутьянов прежде. Они ждут долго, но стоит потерять бдительность, и вот они повсюду. Если их не трогать, скоро Йорвик окажется в их власти. Плохо для тебя, плохо для Хальфдена. Ох ты! Чего ты хочешь? Расскажи мне все, что знаешь об Алой Руке, и я избавлю тебя от них, а твои дела меня не касаются. Они запустили руки во все сундуки города. Нападают на знать, торговцев,
и всех, кого могут запугать. И да, их становится больше. Я предпочел бы покончить с ними, да ёль... Нельзя просто закрывать на это глаза. Не можем сами избавиться от алой руки. Поручим дело Эйвор. Делай, что должно, только без шума. Не хочу, чтобы об этом знал. Хьор, выдели деньги на еду и Эль для людей Фаравида. При этом оставь что-нибудь для праздника. Но я же говорил, у нас нет... Найди. Я все сказал. Где взять столько серебра? Где? Ограбить дракона? Пойдем. Провожу тебя к Люфвине. Кажется, разговор прошел не так, как тебе хотелось. Нет, все в порядке. Риксик не станет мне мешать. Все понимают, от алой руки нужно избавиться. Но прошу, никому ни слова. Я могу доверять только вам двоим. Простите, что я не пошла с вами. Меня утомляют эти перепалки. Любовь моя, это ты меня прости. Я тебя не защитил. Чепуха. Тебе нужно исполнять свой долг. К тому же пара мерзавцев не повод для беспокойства. Я так рад, что ты цела. Эйвор, мне пора. Если что, я буду... Да уж, тебе палец в рот не клади. Старые привычки, что делать? Хьор изменился, стал спокойнее. Это все власть. Викинг перестал... Я рада за него. Вы смогли многого добиться здесь. Возможно. Что это у тебя? Писание, Евангелие, Екклесиаст, Откровение. Да, теперь городом правим мы, но христиане могут поклоняться кому хотят. Скажи это алой руке. Аудун боится, что они попробуют пробраться в архив. Мне кажется, есть какая-то связь между этим и беспорядком в порту. Зачем алой руке христианские книги? В этом весь вопрос. Как бы то ни было, они идут на все, чтобы их заполучить. Они даже... Где в этом городе больше всего книг? В архивах. Но Алая Рука пока не осмелилась туда сунуться. Аудун Глаз... Надо туда заглянуть. Я наведалась в порт, когда прибыла сюда. Спросила о тебе смотрителя, тот насторожился. Неудивительно. В казне вечно не хватает денег, и он сильно повысил пошлины. Говорит, якобы так решил совет. Хьор не стал бы так обманывать людей. Даже по приказу Риксига. Смотритель порта, вор и негодяй. И его стоит припугать. Торговые склады. Там он хранит все, что отнял у купцов. Сейчас же этим займусь. Нет, ты нужна мне здесь. Слушай, что говорят в этих стенах. Запоминай, кто как себя ведет. Любые мелочи. Я бы съела конское сердце, лишь бы пойти с тобой. Я знаю, мой друг. Ты предана мне, и потому нужна здесь. Я вернусь, когда что-нибудь вы... Архивы. Должно быть, здесь Аудун копается в записях совета. Его здесь нет. Нужно осмотреться. Несколько важных свитков. На всех стоит печать. Спасибо, Аудун. Значит, беру их и ухожу. Да, бери. Эйвор, так ведь? Я пришла спросить про христианские книги. И уничтожь... Аббатисса переносит книги в более надежное место. Она неустанно этим... Ты льстишь мне, Аудун. Я лишь хочу помочь. Аббатисса Ингеборга. Это Эйвор, наш почетный гость с юга.
Она предложила свою помощь в борьбе с Алой Рукой. Чем я могу помочь? Мне кажется, Аббатисса не тот человек, что должен противостоять разбойникам. Может и так, но защищать христианство в этом городе мой и Евангелие, как и другие наши тексты, не просто книга. Это дар. В нем Слово Божье. Именно его нужно сохранить, чего бы это ни стоило. Мне нравится твоя стойкость. Но если с Алой Рукой не покончить, они так и будут нападать на тех, у кого есть... Люди из Алой Руки точно знают, где искать эти свитки. Их кто-то направляет. Кто это может быть? Вы что-то знаете. Я же вижу. Как не больно об этом говорить, но в Риктории что-то неладно. Перешептывание. А епископ под покровом ночи бродит по Риктории, навещая... Пора и мне зайти к этим людям. На дороге к собору есть Риктория. Нужно поискать епископа там. А, Риктория. Аббатисса считает, епископ и священники что-то замышляют. Как тихо. Куда все подевались? Хватит! А! Отпусти, прошу! Почему ты весь в поту и дрожишь? Алая Рука! Похоже, все остальные сбежали отсюда. Так почему ты еще... Я жду епископа. Один из братьев сказал, что тот скоро вернется. Это все, что я знаю. И где этот твой брат? Он заперся у себя. В доме. Singulus ripus longe. Incomprehensible ludas qui erat, discipulus est omine vi fismonge, sed ut alongam sum chana. Там кто-то прячется. И вряд ли... Ну и вонь. Кто ты такая, чтобы врываться сюда? И так обращаться с моей дверью? Говорят, вы, священники, прячетесь с тех пор, как пропала часть христиан... От Алой Руки. Делают здесь, что хотят. И никто не пытается им помешать. Я ищу епископа. Где он сейчас? В своих покоях. Сказал, что вернется, как только закончит какое-то дело. Прошло уже много времени. Веди меня. Что? Что ты хочешь с ним сделать? Живо. Боже помилуй. Ну
нужно было бежать вместе со всеми. Покои епископа. Почему пахнет гарью? Приветствую. И насчет оплаты. Да. Смотри. Solum modo in paradiso. Pax eterna est una via ad abundatione propria vitae eius terrenae terminales. Христианские свитки. Аббатиса не зря подозревала епископа. Per peccatum enim. Здесь кто-то дрался. Боже правый! Епископ! Нет! Я не могу! Господи! Так, обгоревшее письмо рядом с трупом. Епископ пытался спрятать его перед смертью. Кто-то знал, что епископ сомневается, и убил его, пока тот не проболтался. Это признание. Он участвовал в этих злодеяниях против своей воли. В той части письма, что уцелело, упоминается собор и аббатис. Ищем везде, в каждой комнате. Враг все еще где-то... О, нет! Алая рука! Боже, по... Тихо. Алая рука. Нужно идти. Пусть сгорит за свои грехи, как прочие. Мы завершим начатое. Ты нам не помеха. За мной отправили алую руку. Я близка к разгадке. Надо отправляться в собор. Аббатиса знает больше, чем говорит. Во имя Одина! Yeah!
За мной отправили Алую Руку. Я близка к разгадке. Надо отправляться в собор. Аббатиса знает больше, чем говорит. Алая Рука. Видимо, они захватили собор. Закрыто. Должен быть какой-то другой путь. Тебе здесь не место, священник. Прочь, прочь! Кощунство! Прекратите! Что случилось, святой отец? Аббатисса, они сжигают все эти книги. Почему ты их не остановишь? Потому что это мой приказ. Что? Пергамент, что горит перед тобой, исписан ложью. Пока он существует, ты... Ложью? Аббатисса, что я слышу? Мы божьи дети, все мы. Не отрекайся от него в сердцах, умоляю. Покайся же, Господь тебя простит. Ты ведь знаешь. Твой разум отравлен, но не бойся, у нас есть противоядие. Мы... Ты сошла с ума. Я этого так не оставлю. Клянусь тебе. Тебе некому рассказать. Никто тебя не услышит. Не можешь видеть, как горят эти книги. Уничтожьте все. Каждую книгу, каждый свиток, каждый клочок пергамента. Все, что есть. Пора с этим покончить. Да. Головня. Головня — это Аббатисса. Она убьет всех, кто будет ей мешать. Пора защитить от нее людей. Внутренний огонь. Он всегда был во мне. Жажда совершить нечто важное, великое. Но эта дверь была закрыта. Меня считали слишком суровой. Меня сторонились. Презирали. А потом меня заметил Орден. Они разглядели во мне огонь. Мужество менять мир к лучшему. И открыли. Тогда ты решила уничтожить идеалы, в которые мы столько раз видели, что бывает, когда люди сами... Знания нужно держать в узде. Только так все люди смогут увидеть правду. Скоро останется лишь одна истина. Она стремилась разжечь в людях пламя. Очищению при... Я не завершила начатое, но многого достигла. Другие продолжат дело. Ибо один из четверых наш. О чем ты говоришь? Что это значит? Пришел мой час. Огню преграды нет. И тебя ждет Хельхейм. И жестокое холодное пламя. Нужно вернуться к Льюфине и рассказать ей об Аббатиссе Ингеборге.
Уходи, эту мразь!